Всем привет, с вами Темный Ниндзя и игра Shelter War. Сегодня нам стало доступно обновление 1.5.15. Я уже зашел в Google, пока обновлялось. Смотрим, что нам стало доступно. Боевой пропуск. Прокачайте уровень боевого пропуска, получить предмет снаряжения и новый герой Лорк. Так, ну, это, я так понимаю, что-то типа ивента нового. Потом зайдем и посмотрим, что это такое. Воины кланов, значит, добавлены новые особые условия на боевые точки. Лидер теперь может осуществлять управление отрядами в ходе войны. И добавлен чат войны кланов. Ну, не знаю, мне кажется, это так себе. Также добавлена система приватных чатов с уведомлениями. Ну, пока что это все нововведения. Но новый герой — это интересно, конечно. Ну и давайте непосредственно идем в игру посмотреть, что же это такое. Итак, грузимся. Так, сезон первый, водный мир. Идеальный солдат и надежный проводник Лорк, одержим идеями верности и справедливости. То есть это снайпер, да, стрелок? Ну, прикольный герой. Событие у нас целый месяц идет. Это интересно. Так, и вот врата, да? А, ну все понятно. Это, в общем, такой же ивент, как и есть в предыдущих играх Hustle Castle, Zero City. Самый донатный ивент. Но здесь свои интересы. Насколько я понял, здесь через какие-то уровни определенные идет сюжет. Персонажа мы будем с вами участвовать в боях, видимо, или смотреть какие-то ролики, я не знаю. В итоге будем потихонечку проходить сюжет, и в итоге, по-моему, где-то на 60-м вроде уровне. Да, вот 60-й уровень, это мы уже получим непосредственно героя. Так что, ребятки, задротить и задротить. Итак, задания. Что у нас есть по заданиям? Задания у нас есть ежедневные и еженедельные. Но так же, как и там, все это понятно. В ежедневных у нас там может быть посмотреть рекламку. Вот, например, разобрать 5 предметов инженера. Если купить боевой пропуск, который здесь стоит 1200 вроде бы, обычный, то можно больше заданий открыть, естественно. Но так, я думаю, если каждый день делать все задания, стараться, и все еженедельные задания стараться выполнять, думаю, за месяц 60 уровень можно взять. Но это прям вот, прям, не знаю, в притирочку возможно. Но по сути, что еще у нас, где у нас сам герой-то? Вот такой вот у нас герой Лорк. Со своими специфическими скиллами. Первый скилл у него — сплет вражеского
снайпера. Но это, я думаю, кстати, неплохая мобилочка. Скорость атаки лорка и союзных снайперов увеличивается на 7%, тоже хорошо. Ярость песков после смерти каждого врага урон лорка увеличивается на 20% в течение 5 секунд. Перезарядка всех его способностей ускоряется на 3 секунды. В общем, ну, хорош. Вполне как стрелок, снайпер. Он, думаю, если еще ему вставить нужные импланты на урон и прокачать их по максимуму, будет вообще четкий парень. Но вначале надо его получить. Ну и в принципе вроде больше ничего нам нового не завезли. Насчет кланов. С кланами, мне кажется, тут все куда похуже, так как не очень-то и часто воюют, особенно кланы, которые не сильно популярны. Где-то здесь... А, ну чат войны — это когда война идет. А еще приватный чат, да? Чат. Извиняюсь. Так. Да, действительно, приватный чат есть. Раз, и можно написать чисто этому человеку. Ну, хорошо, это удобно. Это удобно для общения. Ну, что ж, давайте посмотрим. Я делаю какую-то шмотку. 30 уровень штурмовик. Ну, хорошо, при получении уровня есть шанс 20% увеличить броню на 3-4. Ну, может быть, не мега-супер, но на 30 уровень это good. Это good. Что ж, ну вот такое вот у нас обновление вышло. Надеюсь, видео было полезным. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока.